Анапчане открыли счет в первой 10-минутке, однако гости его сравняли. Этот гол Евгения Муравского можно считать психологически важным, как и следующий в его же исполнении. Ближе к концу первого тайма Муравский оформил хет-трик, сделав счет комфортным для хозяев поля. Вся команда играет хорошо, я просто на острие, все ребята играют на меня, поэтому получается, что я забиваю. Как Мавропола отдал, Акопян отдал. Вся команда играет слаженно, хорошо играет. Если говорить об индивидуально, о Жене Муравском, молодец, забивает, молодец, нас выручает. Я смотрю больше в целом, как действует команда. Всегда есть вопросы, всегда есть нюансы, которые нужно исправлять. По итогам 14 игр анапчане на втором месте в своей группе. Их соперники – команда «Нива» из Славянского района в середине турнирной таблицы. В прошлом сезоне два матча команд закончились в пользу футболистов из города-курорта, но оба с минимальным перевесом – в один мяч. В этот раз встреча завершилась со счетом 9-2 в пользу анапчан. Далее перерыв в играх до 24 августа. Конечно, всегда паузы, они расслабляют. Но мы будем все равно готовиться, не будем терять время. Впереди встреча с принципиальным соперником, командой из Темрюкского района, с которой Анапа ведет борьбу за первое место в группе.